Всем привет! Это видео для тех, кто будет первый раз выращивать кристаллы или кто выращивает, но у них не получается. Насчет кристаллов мне задают вопросы десятками, каждый день пишут не только в Ютубе, находят меня ВКонтакте, в Инстаграме. Друзья, я вам всем всегда отвечаю быстро. И хочу вам сделать такое видео, ответить сразу на такие вопросы, чтобы у вас даже не возникал вопрос. Отвечаю на самый главный вопрос. Почему не растут кристаллы? Здесь ответ только один. У вас ненасыщенный раствор. То есть, если у вас не растет кристалл, вы делаете его из соли, добавляете больше соли. Если делаете из сахара, добавляете больше сахара. Вот и все. Поэтому, как только вы сделаете раствор насыщенным, он вырастет в любом случае. Второй вопрос. Кристалл растворился. Что делать? Если вы подвесили кристалл и он растворился, значит новый раствор также ненасыщенный. Для этого переходим в пункт номер один, делаем раствор насыщенным. Вопрос номер три, где взять соль, которую подвязываем на нить? Ответ простой. Вот, соль купили, теперь выбирайте любой кристалл, который вам нравится. Например, вот я выбрал кристалл. Привязывать будете долго, но не переживайте, все равно привяжете. Те, кто спрашивал, вырастет ли кристалл, если его не привязывать, а просто положить на дно. Да, вырастет, просто чаще фильтруйте раствор. Следующий вопрос, где взять фильтры? Лично я купил в М-видео 40 штук, 100 рублей всего. Они мне нравятся больше всего. Фильтр для кофе. Для тех, кто не хочет брать фильтр, возьмите просто бумажную, плотную салфетку, но я вам советую все равно купить фильтр. Совет на личном опыте. Я выращивал в стеклянном стакане и в одноразовом. Не знаю почему, но в одноразовом кристаллы у меня растут быстрее. Только не забывайте накрывать какой-то бумажкой, главное, чтобы не попадала пыль. Насчет воды. Воду лучше брать дистиллированную, я ее покупал в аптеке. Но если вы не хотите покупать дистиллированную воду, то можно просто взять воду с бутылки. Если вы ее не хотите, то просто возьмите кипяченую, кристалл все равно вырастет. Еще раз повторюсь, это видео для тех, кто просто так в качестве своего эксперимента там или для школы хочет вырастить кристалл. Если вы хотите вырастить кристалл какой-то прям прозрачный, супер-мега какой-то, естественно, там уже надо прям соблюдать все правила, то есть вода дистиллированная, ну, много чего. Я уверен, что у вас вырастет какой-то классный кристалл, но если все-таки у вас остались какие-то вопросы, то пишите мне их в комментарии, либо в социальные сети. Кстати, ссылку на социальные сети я оставлю в описании. Подписывайтесь. Отличного дня. До свидания.